выпускница. Маша у нас выпускница школы «Новые имена» по классу живописи. Приехали специально, потому что не можем без Суздаля жить. Не можем жить без новых имен. Видишь, я крохотную паузку сделал. Я не соединял смычок. Мне понравилось, что тут можно отдохнуть хорошо, найти много друзей, получить больше опыта и просто всего интересного, разных эмоций, событий. Это очень классно. Наша творческая школа проходила здесь. Здесь мы очень долго учились и работали. В этой школе за 2 недели столько дети получают знаний. Потом это большой стимул, чтобы приехать с мастер-класса и продолжить. Немножко собранности не хватает. Так как я только на начале пути, это все будет еще наверстываться. Мне очень в этой школе понравилось. Я учусь у Алексея Викторовича, и он очень хороший преподаватель. Мой преподаватель Нина Николаевна Макарова. Мы с ней уже занимаемся как 3 года. Вот мы с ней в Суздале и познакомились. С одной стороны, тут замечательный антураж, природа. Но при этом и огромная интенсивность занятий, нужно уметь быстро собраться, это их учит учить новые произведения, особенно вот камерный ансамбль. Вот. И готовиться к ответственным выступлениям, потому что приходят здесь не только друг друга слушать, но и приходит публика сторонняя, что особенно важно. Они здесь встречаются с педагогами очень высокого уровня, и дети здесь, конечно, по крайней мере, мы стараемся приглашать детей самого высокого уровня. Не всегда, к сожалению, это получается. Ну и вот это общение, это новые какие-то знакомства, замечательный город, замечательные педагоги, прекрасные дети, атмосфера потрясающая. С профессором Александром Сергеевичем Стуковым. Мне очень понравилось с ним. Еще мы брали дополнительные занятия у Эльмара Вагифовича Касан. Еще вот я ходила на хор, вот мне тоже там очень понравилось. Вторым концертом «Шпором» 35-м и 36-м, 34-м, 35-м этюдом Креслера и
А, Виоти 22-й и еще Гаммой. Выступала я с Вивальди, концерт для двух скрипок. Преподаватель у нас Макарова Нина Николаевна. Вот сегодня был последний урок. Она дала очень полезные советы и для Петра, и для преподавателя, который работает там у нас в Ижевске, и для нас, как для родителей. Для детей это такая тренировка, такая сыгранность, потом это остается на долгие годы. И пусть это будет у них навсегда. За 2 недели сделали хор. Еще 2 недель не прошло. За неделю дети пели на итальянском языке. Хоровое искусство в музыкальном образовании является главным звеном воспитания и подготовки настоящих музыкантов. Я бы сказал, что хор всему голова. Я из Азербайджана, из города Баку. Меня зовут Алиев Фаик. Я работал директором музыкальной школы. Сперва были мои ученики там, а сейчас мой внук здесь. Эта школа очень много, на самом деле очень много дает детям. Они общаются, во-первых, между собой. Как вам сказать? И весь элита, можно сказать, культуры, все они здесь. Эти традиции, которые вы сейчас наблюдаете, это уже пик того, что здесь выстрадано. Дело в том, что ведь начинали просто из них, и турцентр-то практически не было. Это по-настоящему, 90-е годы, когда все разрушилось. Пиццикато большим пальцем и в пиццикато гитарным. Сейчас мы берем скотч. У нас так Владимир Николаевич Кожа скотчем привязал одному вот тут где-то палец. Ну я Миша. Я из Минска. Это в Беларуси. Я из школы номер 1. Понравилось играть произведение с Андреем Александровичем, упражнения и все. Ну, я 3-й раз в школе, но 1-й раз это было 20 лет назад, достаточно давно. И вот 2-й год, после того, как Владимир Борисович Болдырев, замечательный профессор, один из лучших профессоров России, но сейчас вот в силу возраста он передал это дело. Я считаю, что это одна из лучших площадок, потому что это старейшая площадка, и здесь очень хорошие традиции, очень сильные традиции, которые крайне необходимы, особенно исполнителям на наших инструментах, потому что здесь ребята становятся настоящими музыкантами и профессионалами своего дела.
третьей доли я закончил трель. Здесь мы работали с утра до вечера в очень хороших гаражах, где были очень хорошие пианино. Отдыхали. Выступали. Там выступали домористы, пианисты, балалаишные, скрипачи и все остальные. Хорошие собеседники, мне понравилось с ними общаться, здесь хорошая атмосфера. Мне понравилось то, что здесь мы можем заниматься профессорами, здесь очень много мотивированных детей, которые занимаются с утра до вечера. Мне очень нравится атмосфера в этой школе, то, что мы занимаемся с такими замечательными педагогами, и появляется очень много друзей из разных городов России. Я играю на саксофоне, мой преподаватель вальс Владислав Валерьевич. Мой концертмейстер Наталья Ивановна. Мне все они очень нравятся. Меня зовут Дубцов Дмитрий, я из поселка Новая Герма, Иркутская область. Мне все очень понравилось в летней творческой школе, и я сюда, надеюсь, еще раз приеду. Так трудно расставаться как-то.
Очень прям плакать хочется. Это была замечательная творческая школа. Я обещаю, что мы сюда еще раз вернемся.